Я этого не сделаю. Я отдам все, что вы пожелаете. Мы знакомы много лет, но ты не приходил ко мне ни за советом, ни за помощью. Даже не помню, чтобы ты приглашал меня к себе на чашку кофе. А моя жена крестная твоей единственной дочери. Будем же откровенны, ты никогда не желал моей дружбы. И боялся быть у меня в долгу. Я не хотел неприятностей. Я понимаю. Ты обрел в Америке рай. Ты хорошо зарабатывал, тебя защищала полиция, ты мог пойти в суд. К чему тебе моя дружба? Но ты пришел к Дону Корлеоне, чтобы я восстановил справедливость. Но просишь без уважения. Не предлагаешь мне дружбу. Даже не называешь крестным отцом. Нет, ты пришел в мой дом в день свадьбы моей дочери и просишь совершить убийство за деньги. Я прошу вас о справедливости. Это несправедливость. Твоя дочь жива. Тогда заставьте их страдать, как страдает она. Сколько я буду вам должен? Бонасера, Бонасера, чем же я заслужил такое твое неуважение? Если бы ты пришел ко мне с дружбой, подонки, обесчестившие твою дочь, страдали бы уже сегодня. И если бы у такого честного человека, как ты, появились враги, они стали бы моими врагами. И они бы тебя боялись. Примите мою дружбу. Крестный отец. Хорошо. Однажды, хотя этот день может и не наступить, я попрошу об услуге. Но до этого дня прими справедливость для твоей девочки от меня в дар. Грация, крестный отец. Правильно.